Привитос, молодые люди. У нас тут весьма интересный матч. Играют панды против команды Гидра. Панды, которые недавно отлетели на квалификациях против команды Na'Vi Junior, сегодня играют на турнире EPL. Они получили прямой инвайт, но что самое интересное, почему данный матч я все-таки прям решил записать, это то, что у нас замена. Вы видели, кто на замене? Ну, вы видели, кто на замене, потому что вы видели картинку, превьюшку этого видео. Это... Амар зе Факер, то есть игрок одной из самых успешных команд на текущий момент в этом году, который 7 раз был чемпионом в этом году в команде Falcon, играет на тир-3 турике на замене. Ну, это нечестно, скажем честно, это too much. Это слишком имбаланс. Так, Соло играет у нас на Shadow Demon, Ямич играет на Dark Willow, Эрайс играет на Пангальере, Амар зе Факер катает данную катку у нас на Legion Commander. Весьма позабытый герой, давненько ее не видел. И Юта играет на Dragon Knight. Пиме... 3-4 ме, играет на земелье, FSD играет на кверке, я подумал, что это типа число пи. Элиас играет на ТБ, Астрал на Мерти, и Актор играет у нас на Андерлорде. Всем приятного просмотра, не забывайте, что от подписки растет пиписка. Агрессия пошла, немножко прыгивает рейс, наминает дэмэджа в сторону вражеского земелья. При этом мне интересно, что там на линии происходит с Амаром. Так, Амар у нас здесь, Амар у нас вот здесь. Так, Амарыч, Амарыч на линии пока имеет 7-1. На самом деле, кстати, Легионка прям очень кайфовый герой против ТБ, потому что можно его отцами, стрелами неплохо подразогревать. Ну, в принципе, посмотрим, как сыграют. Я так понимаю, зорка будет стандартная, будут, скорее всего, там всякие блэдмейлы, физы и так далее. И, кстати, очень много гантель себе набирает здесь на сборочку господин Амар зе Факер. Агрессия пошла, на верхней линии может наминать героев у нас из команды Гидра, но снизу тоже происходит у нас размены, чьи это минус Алексей. Алексей Солыч. По поводу Алексея Солыча, Алексей Солыч у нас один из самых старых игроков нынче на просцене. Он и Купей получается, оба по 34 года, представляете? Пиши комментарий, сколько тебе лет. Так, на верхней линии смещается Солыч, попытка ганга от парней из команды Пандас. Есть смещение в сторону ТБ, но как-то Соло слишком уж борт смещается. О, какой косой рикошет. Максимально мимо, максимально промахивается парень на Муэрте, но в любом случае Соло помирает, это минус. Главное убить сейчас ТБ на размен, это будет прям великолепно для парней из команды Пандас. Пытается бежать у нас Террорблейд из файта, и его тут нечем зафиксировать. Как-то не хватает дэмэджа и контроля парням из команды Пандас. ТБ немножко провожает Амара, Амара тут не убить, при этом там у нас на наминаю дэмэджа в сторону Муэрты. Муэрта опять максимально косо запускает свои рикошеты. Ну, блин, что-то давно такого не видался, честно, чтобы Муэрта насколько криво нажимала рикошеты. Отжимается пауза, начинается агрессия, пробиваю дэмэджем Трублейда. И вот у нас первое дуэлирование пошло и первая победа. Первая победа, первая дуэль, первая десятка урона для Легион Командер. Казалось бы, только что была первая дуэлька, но тут, хлобысь, уже и 40 дуэльчиков у нас имеется у Легионки, ни хрена себе. На 9-й минуте 40 дэмэджа с дуэли. Ну это Амар Факер, камон. Тир один игрок на тир-3 турике. Амар там езжает в соло, наминает дэмэджа в сторону ТБ, при этом Амар играет слишком уж борзо. Стиков у него маловато всего лишь 2. О-о-о, куда ты его буцаешь? То есть вы гангаете Амара, смещаетесь за ним, и ты его просто выбуцаешь, когда вы должны были его убивать. Да, что-то Гидра, конечно, уже не те. Так, я не понял, а чего у Мара стал дэмэджа 20, а было только что 40? Видимо, полубак доты или что? Сейчас 30 стало, так, странно, на самом деле. Было же точно 40, да? Так, мы проверяем еще раз доту, 30 урона. Странно, а что писал там 40, стал 30? Ладно, не суть важно. В любом случае, даже 30 урона уже на 12 минуте, это хорошо. Просто я прям удивился, как так получилось, что у нас там буквально после одного хайлайта было 10, а хлобы стало 40. Это было непонятно. Но пока нападают на Клокверка, Солыч его там впитывает в себя, наперживает краски господин Клокверк. Рикошет вроде бы в этот раз попал в цель, но это не точно. Залетает снова Пангальер, ловит ТБ, ТБ минус. Да, ТБ пэсдаун, вступает Рублейду, это минус очень даже хороший, открывающий на керри героя. Прям то, что надо. Раскатывается под гальер по замесу, пока выкатывается из файта. За ней пошла погоня, подкатывая свои колбасные дела. Здесь господин Земелич, накидывая дэмэджа по противнику, но и рейза подцепить не удается, и Земелья выкручивается обратно. Снизу начинается там драка, налетает Юта. Юта там у нас уже, если что, имеет блиндагер, поэтому легко инициирует и ловит противника. Ну а там Амар, казалось бы, Андерлорд, но он его просто вытирает. И у него уже 50 дэмэджа с дуэли, влетает Клаквер, борзый врыв в краски в сторону Пангальера. Пангальера нужно убивать, чтобы не было подсейва, но, к сожалению, подсейв происходит. Выручает Пангальера, рейс будет раскатываться. Раскатывание пошло, и там просто вытирает Амар. Ультракиллс просто стрелами, охренеть. Вау, Амар зе Факер.
Так, агрессия пошла, падает на Мэрт. У Астрала проблемы, хоть он у Астрала, но тем не менее дэмэджа вошло весьма немало в его персону. Открывает дэмэдж по Юте, подкатывает как вверх, ну просто всем силом. И уничтожает этого парня, но там летает Амарфакер и пошел жахать бакать. Но, кстати, дуэль не зарабатывает. В этот раз не получается. Амар слишком борзо играет, ХПшка просаживается. Сики, конечно, есть, но надо будет восстановиться ему. Хотя, в принципе, тут всего предостаточно у парней из команды Pandas. Они живут, они атакуют, они убивают. Ну, блин, скажем честно, как бы, если сравнить команду Pandas, которые были вот буквально недавно против Na'Vi Junior на Open Qualic отлетели, и они с Амаром, ну, абсолютно разные команды. Словно, как бы, реально команда, ну, не то чтобы прям Амар все тащит, как бы, и тот соло играет, тут, как бы, и остальные получше играют, нежели без него было. Хотя, может быть, это гиды плохие, слабые. Так, смещение, Клаквер пошел кого-то искать, находит Пангольера, или Пангольер его находит, тут как бы не разобраться, кто кого нашел, ну да ладно, это уже произошло, выскакивает из файта у нас пока тут господин Пангич, раскатывается обратно, пошел таранить и изничтожать Клакверка, но, конечно, цель в виде земель посочнее, там у нас еще немножко помогает и одновременно мешает мистера Штудемоне, ну а там у нас киллы себе фармит пока РС, зато Амар фармит себе дуэльки, у Амар там уже скоро будет соточка, да? В 20 минуте соточка дуэли, это было бы прям очень хорошо. А, даже так, 146. Ну, надеюсь, дота не лагает. Это у нас реальное количество дуэлей. Это дохрена, это очень много. Так, нападают на ТБ, у ТБ проблемы. ТБ никуда не уйдет, ТБ помрет, понятное дело. Скрыться, увы, некуда. Снизу, снова нападение. Пошла агрессия на Мэрт. Мэрт успевает уйти пока в бесплотную форму. Рикошет опять промахнулся, Астрал. Кошмар, как же плохо играет МР, это просто ужас какой-то. Выручай, пока тут легион команды, сейчас будет возвращаться обратно и будет ломать кабинеты противника, он летает. Но, кстати, дуэль понажимать опасно было бы, наверное, да? У него дуэлька как бы есть, но ХПшки очень мало, боится на фиге дуэлька, по всей видимости, Амар пока пытается уйти. И даже у него есть шанс, блин, каут, Амар ушел! Амарыч отступает прочь. Ну, а парни из команды Гидра, походу, отваливаются в таверну всем коллективом. И это, скорее всего, будет у нас крайне ранний ГГ, потому что тут уже нечего просто делать в матче. Трипл килл и гадлаг для Эрейзер. Так, еще есть одна внешняя вышка, кстати, у парней. Так, а Панга далеко. О, не Панга, прошу прощения. Легионка далеко, далеко. Легионка далеко, тут дуэль не заработает, но можно дуэль получить себе в центре. 174 дэмэджа у легионки. Ну, в целом, как бы за дуэльку он должен прям изничтожать здесь этого парнишу. Он блокирует, ждет, чтобы точно можно было убить за дуэльку. Но его поймали. Ах вы, козлы вонючие. Там его хватили. Ватос и не дали ему дуэльку оставать. Триплки забирает себе рейс и Амар себе дуэльку. А, прошу прощения, я тупой. Я слепой. Я не заметил, что там был кулдаун. Забудьте все, что я говорил. Заканчивается Эгис, но это максимально по барабану. Влетает на Мара, попытается всем силом его убить, потому что он тут прям, конечно, сделал проблем парням из команды Гидр. Подкатывает Клакверк, залетает хукшот. Почти что пробили, но почти не считается. Раскатывается Пангич, залетает дракон, накидывает уже больше и больше. Очень бит Пангольер. А Мар там в целом фуловый стоит бочком, пайт пока оббегает. Дуэлька у него отсутствует, ну а фраг для него присутствует. Киллинг с присве забирает Амар Факер. Вылазка прям под базой. Центральной линии нет, поэтому нападать стало проще. Нападает на Мэрт. В этот раз не входит в бесплотную форму Астрал. Он падает без байбека. Смотрим байбеки, это важно. В принципе, байбеки вряд ли смогут спасти парней из команды Pandas от поражения в этом матче. Но, тем не менее, попытаются они хоть что-то в этом матче поделать. Распрыгивается у нас пока попает у мистера на земле. Вносит свой магнитайт, нажимает по КБшку. В принципе, у нас по ХП не сильно просаживаются игроки команды Pandas. Пошел-то у нас момент агрессии чутка выше. Ломают Элия, заломают PSD. Это ГГ, это ВП, это победа на первой карте для команды Pandas. Ну, с Амаром, конечно, панды хороши. Ну, про итоги говорить не стоит. В принципе, 278 дэмэджа за 28 минут. Это жестко. Первая карта была тотальным вытиранием команды Гидра. Посмотрим, что будет на второй. Шансов, конечно, не очень много. Матч в формате Best of 3. Смотрим вторую карту и сразу наблюдаем First Blood. Падает Астрал. Забавно то, что у нас сегодня в матче получаются такие весьма позабытые герои для Амара Факера. Первая карта Легионка, давно ее не видал. А вторая карта это Арбуз, тоже в целом давно его не видал. Ну а пока в центре поймали Солоча, запрыгивает Манки Кинг, запускает свою палку. Ой, хорошо, палкой по троим спускает тут у нас за урончика. Но правда падает Соло, капитана не спасают. Поломали старичка, ничего страшного. Вкатывается Сноубол, накидывает демоджа в ответочку краски на Тускара. Тускарыч выгребает, Тускарыч минус. Кстати, хотите забавную новость? Возможно, вы видели на стенке сообщества, но сообщу еще в видео. Team Secret прошли квалификации на турнир ESL, и что самое забавное, Team Secret играют матчи в Восточной Европе, прикиньте. То есть мы увидим битву Secret VP, Secret Na'Vi Junior, Secret против команды OneWin. И вообще странно, почему Secret играют в Восточной Европе, не понял.
Ну, начало пан хорошее. Уже больше 2к перефарма. В это время у нас намечается по ходу драка. Подкатывает у нас Тускар как-то не очень удачно к файту. И мы давайте пропустим эту паузу, блин. Конечно, ты вовремя паузу нажал. Помотали. Кейлин спри, что там просто упал Тускар и все. Зря мы этот хайлайт ждали, что ли? Хотя, возможно, и не зря, потому что там еще поймали прайму Беста. Вот тут у нас будет еще и убийство по кор-герою. Поэтому, в принципе, не зря мы это все с вами посмотрим. Там еще и происходит у нас борьба за руну мудрости, которую забирает у нас, получается, Вилка. Вилка пока отступает прочь. Ну, хотя бы с руной мудрости парни из команды Гидра тут, ну, скажем так, не проиграли. А что с драконом? Почему тут на базе хвост спустил? Вообще странно, у нас обсервер, если честно, он прям очень плохо работает. Вот прям максимально плохо камеры перемещает. Но, как бы, тут выбирать приходится. Псы на этом турнире у нас такие, знаете, работают за банку пива. А может даже и не за полную. Смещение. В центр отпрыгивает Monkey King, ловит пока здесь палочкой у нас Тускара. Тускара возникают большие трудности. Хотя шарды нажимают весьма неплохие. Санстрайк, хорошо или нехорошо, не сноубол. Пока его спасает, но ненадолго мега килл для Эрейза. Шадоу Демон пока вошел почекать варды. Соло сейчас в целом решил опять, видимо, поиграть разменной монетой или нет. Хотя тут есть рядом Тайдхантер. Тайдхантер спасет капитана, сейчас Олыча не спасет. Разгоняется про Молби, залетает пока под КГшку. Вообще, знаете, странно так вышло. Вот как так получилось, что именно Амар Пакер замена здесь? Ну, типа, как так вышло? Амарыч, Амарыч. А, он без ревенджа был. Опять я чутка слеповат оказался. Ну, годы уже не те, не замечая кнопок. Ну что, фарм-фармёшка, крип-долбёшка продолжается. Ну а в это время прыгают на верного Марфашу. Марфаша, кстати, играет у нас в этом матче через Владмир. Напиши в комментарии, как ты относишься к Владмиру на этом герое. Так, обсервер, алё, тут, блядь, бьют кор-героя, ты камеру убираешь над стороной линии. Ты что, больной, что ли? Провожают этого мистера пистолета, пытается он уйти. Инвокер говорит, да похер, давайте без меня, как бы, добивайте сами. И смещается инвокер на верхнюю часть карты, пока падает Юда, пытается спасать Луну, но не получается. ЕМПХ под себя, кстати, так-то у нас будет размен, получается. От команды Гидра, минус 2 героя в размен на 2 героев. Но, правда, Макак сейчас тоже может тут немножко размены поустраивать. Провожает краски парнишу на Void Spirit, попытка его перехватить происходит на экране, и он прыгает прям под якорь Тейтхантера. У Тейтхантера имеется ревидж, имеется палка. Так, нужен контроль. Контроль хороший, и ревидж все-таки у нас экономный оказался. Решил кнопку не нажимать. Ну, решил у нас Амар, что и так додушит противника. Да, якорь в глотку и на дно. Так, агрессия. Опять соло поймали. Да что ж такое, негодяи. Там еще у нас и воруют себе форму. Морф, чтобы точно убить Солоч. Солоч упал, но будет месть. Будет месть за капитана. Запускается палка на Морфа. Морф пока пытается выбираться из арены. Он выбирается. Отступает прочь на водичке. Зона за ним подкатывает в погоню Monkey King. Monkey King у нас весьма мобильный, поэтому сбежать от него тяжеловато. Торнадо, Санстрайк и кипяточек. Кипяточек у нас тут получился. Якорь в Морфа вошел хорошо. И это фраг для Амара. Так, битва, кстати. Уберите, пожалуйста, эту кнопочку. Морф. А где Морф? А где Морф? Он закончился. Запускает арену Панки Кинга, зажимает его тут в угол. Но это как этот, зверь. Зверь загнанный в угол, и он с угла отбивается. Вообще очень странная агрессия от команды Гидра. Они просто моментально теряют Морфа, пытаются что-то сделать в этом файте, но пока получают по щам. Ну, хотя бы убивает Луну. И на том спасибо. Срабатывает он у нас еще и догона слышал. Пытались убить у нас последнего, но последний сбежал. Покинул. Тонущий корабль. Так, там центральная линия у нас немножко страдает, падает потихоньку Т2 вышка в центре, при этом у нас Астрал такой себе дефер, конечно, будет данного тавр, нажимается глиф, в это время там наверху у нас душат Monkey Кинга, или Monkey King душит Морфа, тут как бы нужно разобраться, опа, обоют очкам, происходит у нас здесь, по всей видимости, или нет, пока там падает Рейс, или есть из 8 фрагов, опа, опять у нас пьяный, по всей видимости, видимо, допивает ту самую половинку баночки пива, поймали инвокера, инвокер лок ЭП, но пока спасается, да ебаный, не показывай, так, пожалуйста, прекращай, 9.22, Сори за опса. Ему надо прописать леща. Что он показывает? Что это такое? Опс, алё, очнись. Такс, тут у нас будет агрессия от Соло. Соло пока немножко подпрятывает своего оппонента. Накидывает демчик у нас там пока в сторону вражеского Туска. Распускается палка-шаталка и ушатывает Актора. Актор минус, хорошо получается. Есть, или Актор. Провожает там демеджа у нас господина на Вейтспирите. В это время там еще и в кустах у нас перемещается Тускар, которого находит инвокет, спускает свои колснепы и урну. И неплохо там его пока что сподстопливает. Накрывает демеджем бедного Вейтспирита. Вейтспирит минус. И там Ямич пока устраивает неравную битву против Тускара. Инвокер, Тусик, кто выиграет? А, тут есть помощь. Так нечестно. Надо было один на один сражаться. Ну, понятное дело, что как бы... Нет предъявы инвокеру. Еще типа Тамара за что? Что он сделал?
смоук-атака. Вот команда Гидра пытается выйти с базы. Уже цианская перефарма за пандами. Панды себя чухаются к карте максимально хорошо и здраво. Ну, попытка убить Амара. Ну, хз, не думаю, что он прям уничается успехом. Амар у нас слишком плотный. Тут может быть для команды оппонента. Прыгает Амар, открывает пока якорем здесь Марфа. Мод пока пытается уйти, залетает Панкикинг. Его уронили с елки. Кстати, хорошо получается. Макак, походу, умрет. Да, это минус. Найс. Хорошее, хорошее решение, хорошее действие. Вот команды Гидра происходят на экране. Рэвидж имеет, пока он не жмется. Кстати, Рэвиджи, они вообще были. Ну вот. Я первое, что вижу, по всей видимости, Ревидж в этом матче за 19 минут. Амар как-то их прям сильно экономил. Ай, хорошо, за это кидывает кнопочку. Тут пока у нас Астрал. Отличный райз. Долбежка пошла, продавливает, убивает Соло. Соло упал. Соло еще падает. У нас 300 копеечек. Накрывает дэмэджа в сторону Актора. Актор упал. Ямич упал. Очень больно делает Луна. Трипл килл. И ультра килл тоже можно оформлять. Да, конечно, без рмпашки. Телепортацию сбить. Телепортацию... Ай, сбить нечем. Жаль. Так, Тускарп пытается срывать Аегис, пока просвечивает, что происходит, но слишком рано он это делает, поэтому его сразу наказывают, но ничего не сорует. Ну, тайминги было тяжело угадать, он рискнул, опять-таки не получилось. У нас такая ситуация была с Клокверком в прошлой карте, где я тоже рискнул, но не получилось. Поломались анимации у нас у Final Beast'а, пытался там пока пососать свою соску, но по итогу пососал палку Monkey King'а. В центре. Возможно, драка с Тускар подставляется под инвокера, пытается там его разметить своим варлспанчем, но просто сам помирает. Ну все, на базу загоняет уже своего противника парни с команды Пандас. Опять-таки Панды с Амаром выглядят прям очень хорошо. Посмотрим, что будет без Амара. Еще такая комбинация разводов происходит от команды Пандас, когда иллюзии делаются из иллюзий Луны, и как бы это все очень сильно напрягает линия, все очень сильно запушивается. Минус готов по Эктору, оунич происходит на экране. Отступает Астрал, опять-таки Опс у нас опять сломался. Нифига работать не хотят, козлы. Ну, а там Луна, в принципе, попутно еще и стягивает иллюзиями героев под нижнюю линию. Ну что, пушить, пушки уничтожать. Главное что? Главное сломать эту вышку, чтобы Луна спокойно сломала всю базу, потому что ее головы там просто все разносит пух и прах. На кирпичике разбирать можно территорию оппонента. Ну и как бы в целом демонтаж полетел у нас полным ходом. Все это дело потихоньку забирается в копилочку для данных молодых людей. Вы полетели, задевая попутно еще лица противника. Как мы видим, в это время у нас на подцеве сзади находятся тиммейты, поэтому при необходимости будут Луну сразу выручать. Тем более у Луны есть Аегис, тем более там еще и Луна получает себе бафы Алакоти, что тоже максимально классно. Якорь в глотку залетает победному Войд Спириту. Он падает в таверну, долбят немножко Луну, но Луна опять-таки имеет Аегис, поэтому не особо-то и важно. Ой, ёшечки. А где? Где? Прямо убийство, вы его видели? Я его не видел. Он испарился. Так, Рэвидж пошел там чутка выше. Там поймали желтого. Желтый это кто? А, желтый это Морф. Ну, ГГ получается. Бедолага. Абсолютно верно. Ну, прикольно, прикольно, конечно, Амар так ворвался, поиграл. Не сказать, что прям Амар тут соляру устроил. Ну, окей, на первой карте на регионке, конечно, много там было моментов таких солевых. Скажем так, на Тедхантере, ну просто хорошая дота на Тедхантере, да и все. И реально команда вот прям сильно лучше сыграла, нежели то, что мы видели от команды Пандас, когда они катали против Na'Vi Junior на квалификации. Явно не будет каждую матч у нас играть Амар the Fucker за команду на замене, поэтому команде придется как бы и без Амара справляться. Посмотрим, на что же они будут способны. Минус по Тускару, гадлайк для Юты. Ну, в принципе, давайте ждем уже последний файт. Тут у нас падает территория центральная, упала территория верхняя, ломают под вышкой у нас Вайт Спирита. Вайт Спирит никуда не уйдет, это минус, фраг для Амара. Это для него уже стрик доминейтинга. Демонтируются Т4 вышки глейвами тоже крайне быстро, как в целом и бараки до этого демонтировались. Ну и, в принципе, парни с команды Гидра должны уже признать свое поражение. Опять-таки напомню, что это мелкий турнир, который мы так посмотрим чуть-чуть. Совсем запишу тут не очень много хайлайтов с этого турника, потому что у нас уже завтра, в пятницу, начинается турнир поинтереснее. Там как раз-таки квалификации будут Восточной Европы на турнир ESL. И напомню забавную новость такую. Team Secret играет матчи Восточной Европы. Не ожидал. Не ожидал. Сам удивился, когда открыл квалификацию. Потому что если вроде бы... Если ничего не путаю. Первую квалу Team Secret играли в рамках Западной Европы. И там их команда Bushido ухандохала в матче Best of 1. И почему-то решил Пупей переместиться на Европу Восточную. Может быть, решил, что там будет проще пройти, что типа команда слабее, потому что там три самые сильные команды получили прямой инвайт. Это команда Parivision, Team Spirit и Bad Boom Team. Вот такие дела. Так, ну что, подписка. Подписка вырастет. До связи на next роликах. Пока-пока.